В Брянской области разбираются в обстоятельствах страшной аварии, в которой погибли 15 человек. Ночью на федеральной трассе Брянск-Новозыбков пассажирский микроавтобус лоб в лоб столкнулся с большегрузом. По предварительным данным, водитель «Мерседеса» уснул за рулем и оказался на встречной полосе. Удар был настолько сильным, что все сиденья маршрутки сошли с крепежей. Спасателям понадобилось более 5 часов, чтобы вытащить всех пострадавших, которые выжили, но оказались зажаты внутри. В больницу доставлены 4, все они пассажиры микроавтобуса. Пострадавшие, которые находятся в больнице, 2 в тяжелом состоянии, черепно-мозговые травмы, но жизни, здоровью, жизни ничего не угрожает. Вот 2 отделались, ну, как бы, переломами ног, рук. Водителю большегруза назначено амбулаторное лечение. Все погибшие и госпитализированные граждане Узбекистана. По предварительным данным, они возвращались с пункта пропуска между Россией и Украиной, где ставили отметки о пересечении границы.